Библейский портал экзегет.ру представляет. Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем 16 заключительную главу первой Маковейской книги. Мы читаем эту книгу в Переводе Брагинской и Шмайны Великановой, предыдущая 15 глава, повествовала нам о том, что Израиль, который вот уже несколько десятилетий добивается своей независимости от различных селивкитских правителей, и добился этой независимости и возглавляется с первосвященником Симоном, последним из э, сыновьев, сыновей священника Матати. Вот Израиль вновь оказался в таком непростом, нестабильном положении, потому что новый прецедент на Сельфкидский престол, антиох очередной, снова вот угрожает и собирается нападать на Израиль. Иоанн говорит нам 16 глава, Иоанн вышел из Газар и сообщил Симону своему отцу о том, что натворил Кендебий. Кто такой Иоанн? Иоанн это сын Симона, тот, кто займет место во главе Израиля после смерти своего отца и тот, кто будет впоследствии, впоследствии именоваться Иоанном Герканом. И вот он вышел из этого города, Газара, где он, вероятно, располагался на постоянной основе, и сообщил Симону, своему отцу, о том, что натворил Кендебий. Кендебий — это военачальник Антиоха, который э, мучает Израиль новыми и очередными набегами. Тогда Симон позвал двоих сыновей своих старших, Иуду и Иоанна, и сказал им, я, мои братья и дом моего отца, вели войны Израиля с юных лет и до сегодняшнего дня. И много раз нам удавалось спасти Израиль. Но вот теперь я состарился, а вы милостью неба достигли зрелых лет. Так будьте же теперь вы вместо меня и моего брата. Идите и сражайтесь за наш народ, и да поможет вам небо. Вот такое обращение со стороны Симона к своим сыновьям и и Иуде. Симон говорит, я уже стар. Но даже перед смертью священник Мататия, когда благословлял своих сыновьев, он говорил о Симоне как о уже совершенно взрослом, рассудительном человеке. С тех пор прошло более 30 лет. Очевидно, Симону не менее 60. По тем временам возраст, учитывая те лишения, те войны, ту нагрузку, которая у него была. Действительно, это возраст весьма прикло... пожилого человека. И вот он говорит, теперь вы выросли, выросли милостью неба. Мы уже не раз сталкивались с таким наименованием в этой книге. Небо — это то слово, которое заменяет имя Божие. Имя Божие нельзя произносить, оно непроизносимо, оно священно, и как тогда указать на Бога? Вот один из вариантов — это говорить «небо». И вот именно этот вариант использует автор первой Маковейской книги. «Милостью неба Иоанн и Иуда выросли». Почему «милостью неба»? Ну, это можно сказать в отношении любого человека, но в отношении Иоанна и Иуда особенно, потому что столько кровопролитных войн было, столько лишений, столько военных походов, что то, что они выжили, сохранились, выросли, возмужали, это действительно милость неба. Так это видит Симон. «Так будьте же теперь вы вместо меня и моего брата, идите и сражайтесь за наш народ, и да поможет вам небо». Дважды в этом небольшом высказывании Симона, обращенном к своим детям, дважды употребляется вот это слово «небо». Затем он отобрал по стране 20 тысяч пеших конных. Они выступили против Кендебия и заночевали в Мадыине. Кендебия это военачальник Антиоха, который э, э, устраивает набеги на разные территории Израиля. И вот 20 тысяч пеших иконных вместе. Большое войско, большая армия. но, конечно, гораздо меньше, чем те, которые собирал Антиох. Там у него 120 было тысяч одних только пеших. И вот они ночуют в Мадыине. Мадеин — это город родовой для маковейских братьев. Когда-то именно там, в Мадыине, начиналась вся история, описанная в первой маковейской книге. Поднявшись по утру, они вышли на равнину. Идут навстречу им многочисленное войско. Пехота и конники, а между ними пролегала русского потока. Иоанн со своим народом встал в боевом порядке напротив них. Увидев, что народ опасается переходить через русло, он перешел его первым. Люди увидели это и перешли следом. Затем он разделил рать и конников поставил среди пехотинцев, потому что конница противников была весьма многочисленна. И затрубили в трубы. И Кендеби со своей ратью был обращен в бегство. Многие у них пали мертвыми, а оставшиеся бежали в крепость. Ну вот, повторяется то, что мы уже неоднократно читали, о похожих событиях в Маковейской книге. Израиль многочисленным по сравнению с противником войском побеждает. Как он побеждает? Вот они подходят к реке, к потоку. И, естественно, такое вот обычное человеческое благоразумие состоит в том, чтобы не переходить на ту сторону. Пока они будут переходить, их очень легко разгромить. А когда они перейдут, они даже отступить не смогут никуда, бежать не смогут. Позади река, впереди враги, очень неудобное положение. Но вот когда-то точно так же поступил Иуда Маковий. А теперь так поступает Иоанн, племянник Иуда, сын Симена. Он первым переходит через этот поток, смело и бесстрашно, и, видя это, за ним переходят другие воины. И вот им удается разгромить противника. Вот такая смелость. Такая уверенность в своих действиях, это очень характерно для маковейских братьев, эта уверенность основана, конечно, на их вере, на их понимании, что если небо за них, то они побеждают, независимо от того, сколько у них людей, сколько у них силы. И такая же уверенность нужна нам в наших войнах, потому что мы тоже воюем, христиане тоже воюют, только это уже не войны против каких-то других народов, против э, царей и императоров, которые захватывают те или иные земли. Это война против духов злоба поднебесных, против страстей и грехов, гнездящихся в своем собственном сердце. И вот тут очень важно в этой войне вот быть такими же решительными, такими же уверенными, не отступать ни на шаг. Наоборот, вперед, даже тогда, кажется, что, даже тогда когда, когда кажется, что это невозможно. И вот таких смелых воителей Бог любит и помогает им И вот так он помог в этот раз Иоанну Затрубили в трубы, Кендеби со своей ратью был обращен в бегство Многие у них пали мертвыми, а оставшиеся бежали в крепость Тогда был ранен Иуда, брат Иоанна А Иоанн преследовал их, пока Кендеби не достиг отстроенного им кедрона Бежали они и в башни, что в полях азота, но Иоанн спалил его огнем, и около двух тысяч из них было убито. И затем он с миром вернулся в Иудею. Большие потери, ранен брат Иоанна, Иуда, сын Симона. Вот. Но тем не менее победа. Тем временем Птоломей, сын Абуба, был назначен военачальником на Иерихонской равнине. У него было много серебра и золота, ведь он был зятем первосвященника. Сердце его превозносилось, он захотел завладеть страной и предательски замышлял убить Симона и его сыновей. А Симон объезжал города страны, заботясь об их нуждах, и спустился в Иерихон, сам он и Мататия Сауды и его сыновья. В 177 году на одиннадцатый месяц, а это месяц Сабат. Уже теперь внутри Израиля назревает очень непростая ситуация. Симон, уже, как мы читали, очень немолодой человек, он уже старец. И вот некоторый Птоломей говорит, я займу его место. И поднимает как бы мятеж против Симона. Симон переходит в Иерихон из Иерусалима. Есть очень интересное выражение, что он спустился в Иерихон. Дело в том, что Израиль устроен таким образом, что Иерусалим является его духовной вершиной. И куда бы человек ни шел из Иерусалима, про него говорят, что он спускается. И в каком бы направлении человек не двигался, подходя к Иерусалиму, под него, про него говорят, что он поднимается. И вот Симон да, объезжает все города страны и спускается в Иерихон. Он и его сыновья Мататия и Иуда. Сын Абуба, затаив коварство, принял их в построенные им крепости под названием Док и устроил им кутеж, а сам спрятал там людей. Когда Симон с сыновьями захв... захмелели, Птоломей с теми, кто был при нем, встали, взялись за оружие посреди пира, напали и убили Симона, двоих его сыновей и нескольких его слуг. Так совершил он страшное вероломство и отплатил злом за добро. Ну вот такая новая трагедия – Описано на страницах этой книги. Этот Птоломей, сын сына Буба вот, коварным образом заманивает Симона, его двух сыновей, его слуг на какой-то пир, напаивает их, подпаивает спиртным и э, в результате нападает на безоружных и хмельных Симона, его сыновей, и убивает. Затем Птоломей написал об этом, отправил письмо царю, предлагая прислать ему в помощь войска и э, передать их страну и города. Он послал других в Газары уничтожить Иоанна, а тысяч начальникам отправил письма с приглашением прибыть к нему, чтобы он дал им серебра, золото и подарков. И еще послал захватить Иерусалим и храмовую гору. Но кто-то первым принес вести Иоанну в Газары, что его отец и братья погибли, и что Птоломей послал убить и тебя». Услышав об этом, Иоанн был потрясен, схватил людей, пришедших его погубить, и казнил их, ведь он узнал, что они хотели его погубить. А прочие дела Иоанна, его воины и содеянные им славное деяние, строительство выстроенных им стен и другие его деяния, вот они записаны в книге дней его первосвященства с того времени, как он стал первосвященником после своего отца мы понимаем, что Иоанн одержал победу над этими предателями, что он воцарился в Израиле, он стал первосвященником после смерти своего отца. Но подробно первая Маковейская книга об этом уже не говорит. Ссылается на какую-то другую книгу, которая, видимо, не дошла до нашего времени, где подробно описываются уже дела Иоанна. Почему вот так неожиданно обрывается на этом месте первая Маковейская книга? а потому что эта книга посвящена деяниям именно братьев, сыновей Мататии. Симон был последним из них, и вот с его смертью, с его гибелью, как бы вот предмет повествования исчерпан. Просто указывается на то, что Иоанн занял потом его место и сделал Израиль великой страной. Мы закончили читать эту книгу и о чем же говорит нам прежде всего эта книга конечно очень интересно разбираться вот в перепятии исторических событий разбираться кто когда э, с кем сражался по какой причине как получалось что победа давалась тому или иному прецеденту но кроме вот этого исторического содержания есть и другое очень важное содержание которая делает эту книгу не просто исторической книгой, а близкой книгой. Какое это осно... вот очень важное содержание? Это, это э, та мысль, что упование на Бога делает человека сильнее, чем целая армия противников. Физическая сила может быть очень мощной и э, можно многого добиваться с помощью физической силы. Но есть то, что сильнее физической силы. Это сила Духа, которая дается верой, которая дается молитвой и упованием на небо, как говорили герои в Маковейской книги. Вот, я думаю, это главный лейтмотив этого повествования. И именно это должно быть той главной мыслью, которую мы должны вычитать из этих книг. Ну и, конечно, многое другое очень интересное тоже мы с вами отмечали, смотрели. Вот. Ну и каждый может еще для себя тоже почитать, познакомиться с комментариями вот в этом очень интересном издании э, под редакцией Брагинской и Шмайной Великановой, где много э, э, комментируется и рассказывается то, чего мы в этих лекциях не смогли вместить. Мы записывали это видео для библейского портала «Экзегет», и это была заключительная лекция по первой маковейской книге.